Всем приветики. Попросила меня мама. Ну, вернее, я попросил маму сделать мне драники. Она сказала, начисти картошку. Ну, я начистил. Вот она, 10 картошин. Она попросила 10 крупных. Блин, я, правда, ее долго чистил. Где-то в 17.40 я начал. Или в 17.50. Нет, 40, наверное. А уже в 18.30 я почти что час чистил. Все же 10 картошин. Это жестко, реально. Я так долго чистил. Но там была одна картошина. Где-то, наверное, вот эта. И сверху к ней была вот здесь вот прицеплена вот эта штучка. Я хочу оторвать. Ну, вернее, я оторвал. Ее тоже почистил. И хочу сказать ей, что я начистил 10 вот таких картошин. И из них надо сделать драники. И посмотреть на реакцию. Ну, по идее, надо 10 таких. Я 10 таких начистил. Но хочу сказать, что я начистил 10 таких. И посмотреть, как она отреагирует. Алло, мне кажется, это будет прикольно. А пока что ждем ее прихода. И посмотрим реакшн. Начистил 10 картошек, да? Да. Я 10 таких начистил. Ну, будешь ты с них драники есть. Знаешь, драники с них? Нет! Я даже такие огрызки выбрасываю. А я таких 10 штук начистил. Молодец! А надо было. Выбрать самые большие. Так это были самые большие. Ну, извините. Я такие не умею. Да? Да. Странно. Можешь сказать про такую картошку? Хорошая картошка. Для меня лука достали еще. Большая? Ну, средняя. Средняя? Что? Бывает еще больше? Что, картошка? Да. А представляешь, если пришлось бы такие? С такими вот. Такие на форму с картошкой. Да. Если хватит, я вам скажу. Мне такое нельзя. Да. Угу. Так. Блин, ну в общем, не заснял я момент, когда показал ей большую картошку. А тогда она сказала, нифига себе, как вообще драника. Но этот момент я выпустил. А так вот, как-то так. На этом все, всем покедово.